Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои награды ежедневные. Так, задание: пройти серию испытаний, сразиться в боях, открыть колоду. Давай откроем колоду для начала. Что нам тут выпадет? А ничегошеньки. Понятно. Я не расстроен ни насколечко. Так, забираем награду здесь. Так, сразиться в боях. Подожди секунду. Нам, по-моему, здесь нужно кое-что найти на карайку. А именно... Так, две куклы Дарума. Давай попробуем вытянуть. Пока не попалось. Опять мимо. Понятно. Не судьба, да, видимо? Нам с тобой сегодня получить две куклы Дарума. Сейчас попробуем. Так, здесь мутаген. Ага, одну вытянули. Давай еще одну попробуем. Вот, все, шикарно. Дальше нам нужно найти с тобой 6 катушек с пленкой. 6, вот здесь, наверное, лучше будет, да, искать. Одну нашли. Так, кукла Дарума начинает нам выпадать. Вторая. Вторая катушка, давай еще, еще. Так, третья. Блин, ну, четвертая. Пятая и последняя. Давай шестую и все. Все, ребят. Так, и в следующей серии нам нужно будет найти с тобой 12 вот таких вот знаков. Окей. Так, 4200 у нас мутагена. Ребят, сегодня у нас суббота. Уже даже, я бы сказал, конец субботе. Завтра воскресенье, я выхожу на работу. Естественно, понедельник, скорее всего, бустануть у нас не получится. Поэтому только лишь во вторник. Ну что, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся здесь. Заберем с тобой все награды. А... Посмотрим, сбросили ли на арене, сбросили ли. Пойдем в топчик заберемся. А после этого, я не знаю, ребята, может быть, пофармить чуть-чуть. Ну, в общем, серия это у нас как бы контрольная на сегодня. Почему контрольная, друзья мои? Потому что 2 дня я не смогу играть, потому что работаю. Так что сегодня мы с тобой доделаем все эти дела, которые можем сделать, и будем ждать уже понедельника. Ну, в моем случае, вторника. Так, ну что, давай здесь, наверное, сделаем с тобой удар. Отлично, минус Рокстеди. Так, ну-ка, Усаги, не подведи меня. Пожалуйста, сделай доброе дело. Так, ну что, наверное, мы с тобой муху завалим. И теперь острозуб. Замечательно. Ну что же, двигаемся дальше. Так, посмотрим. Кстати, сегодня у нас для меня последний день фарма. У нас сыр есть, поэтому, ребята, наверное, надо будет все-таки искать слэша. Ну и всех остальных, да? Поднять уровень персонажа. У нас с тобой очень мало мутагена. Поэтому, наверное, только один уровень сможем поднять. А нет. 2. 42-й левел получает у меня Рафаэль Ролевой. Так, ну и забираем здесь с тобой награды. Отлично. Так, теперь переходим. Кстати, в магазине, давай-ка глянем, что у нас тут. Опачки. Вот это фартануло. Ребята, это очень редко вот так вот выпадает нам в последнее время персонажи, у которых нет ДНК. И поэтому, и, конечно, с радостью потрачу здесь этот сюрикен, которых у нас целая куча. По монетам мы с тобой прокачиваем. Да-да, именно Донателло Космос. У него уже 42 ДНК. Так, а по жетонам все понятно. Задания все сделали. Так, ну что, давай посмотрим, где мы с тобой находимся на турнирной арене. У нас с тобой Лига Мастеров 3 звезды, ранг 80. Ну что, я предлагаю подняться. Так, и у нас тут Тоби. Ну давай возьмем Тоби. Берем Армагона, берем с тобой Усаги. И вот этих вот троих. Поехали. Так, ну что у нас здесь? Ванька Стиранка, Сплинтер, Леонардо, Рафаэль и Донателло. Thank you.
Ну давай, 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 Усаги, бомби их всех. И Армагон, естественно, всех добивает. Отлично. Слушай, ну смотри, мы с тобой вчера, да, поднялись в лиге Три звезды мастер. Топовое место. Сегодня уже меня сбросили до 80-го. То есть нам теперь еще придется подниматься. А так, еще бы чуть-чуть, и меня бы скинули до Лиги Мастеров две звезды. Так что, ребята, нужно, как говорится, все равно поигрывать периодически, заходить. Иначе вот может так получиться, что неделя закончится, а ты окажешься в Лиге две звезды мастеров. И это плохо. Сразу мы теряем с тобой в наградах. Поэтому надо периодически, ребят, заглядывать. Так, ну что у нас здесь? Супер Шреддер плюс Армагон, естественно, им всем крышка. Тут даже не обсуждается. Влупляем. Прекрасно. Вот я обожаю, когда он делает вот так вот. Почти на всех повесил постепенный урон, ну, кроме Ваньки. Ванька как-то избежал этой участи. Но итог, как ты понимаешь, один и тот же. Мы всех с тобой смогли забомбить. Ладно. Давай дальше. Нам нужно будет с тобой сколько? 6 или 5 боев провести, чтобы обратно вернуться на топовое место. 59-й ранг, а почему так мало? Друзья мои, кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я начал играть в Юрский парк. Вот у меня все руки чешутся, но я не знаю, стоит ли за него браться или нет. Если мы наберем с тобой очень много голосов, да, если многие люди захотят, то я, пожалуй, приступлю к этой игрухе. Это тоже компания Лудия, да? Та же самая, что делает Черепашек-ниндзя. Там тоже пошаговые бои, но только лишь с динозаврами. Бабах, все. Кстати, сколько у нас откатов, я не посмотрел. Где-то около 30, да? 25-26, по-моему, так. Сейчас посмотрим, чтобы быть точным. 26. Слушай, ну этого нам за глаза. 49-й ранг. Сколько мы, получается, пропрыгиваем? Где-то 10 ступенек. Ладушки. Так, Райан. Во, Наталья. Давай-ка мы возьмем, наверное, с тобой здесь Наталью. Кто-то из подписчиков кричал во всю глотку: Рэй, верни Леонардо и Усаги. Ребята, зачем их возвращать? Они все здесь. Единственное, что да, они в паре здесь не бегают. Ну давай, вот сейчас мы сделаем с тобой поединок и возьмем Леонардо и Усаги. Пускай они вдвоем здесь поиграют. Тыдыч. Так, ну неплохо Усаги сделал. Армагон, главное слэша добей. Остальное все ерунда. Нормуль. Бывает иногда, ребята, сомнения, что сможет ли он добить. Потому что уровень слишком высокий здесь у врагов. 79-й. Это предельный для нас левел. И он может там немножко сплоховать. 38-я позиция. Так, ну что, давай тогда продвигаться дальше. И возьму я, наверное, здесь Крейга. Мне кажется... Так, подожди. Мы хотели не так делать. Мы хотели брать с тобой именно Усаги и Леонардо. Вспомним, так сказать, былые наши битвы, когда мы выигрывали именно этими персонажами. Ну что же, погнали. Влупляй, Усаги, от души, пожалуйста. Чётенько, да? Так, ну и теперь вертушка. Опа, смотрите, друзья мои, видите косяк? Вот это да. Ну, он бы в любом случае смог бы погибнуть, потому что на нем висел постепенный урон. Но согласись, это риск. Если бы здесь было, например, 2 или 3 персонажа, выживших, мы вряд ли бы здесь могли пройти. Вот тебе и весь отчет, что Усаги с Леонардо все-таки, ребята, могут не добить. Так, ну что, опять Мухаммед у нас здесь. Наталья, о, блин, а у Натальи она хорошо подготовилась. У нее Микеланджело здесь есть, я его не буду брать. Возьму тогда лучше вот Даени. Ну, Хан тоже еще тот жучара, если честно. Он может вырваться и кого-нибудь уложить, но не вот этих ребят. 70 уровень все-таки ему, как говорится, не пробить, по крайней мере, с одного удара. Так что поехали. Давай, родной, покажи всю прыть свою.
тыдыч. Так. Вот, вот, ребята, видите, что делает хан. Мы его не добиваем, и он начинает выпендриваться. Это хорошо, что он сейчас начал делать там какой-то дебаф. А ведь мог бы и звездануть, и мало бы нам не показалось. Так что двигаемся дальше. Так, нам остается с тобой еще сколько? Ну, два поединка, как минимум. Так, друзья мои, давайте-ка попробуем быстренько пробежаться. Опять Крейг. Опять Крейг. Давай-ка я все-таки возьму Армагона и Супер Шреддера. Ну и, наверное, отыграем вот этих персонажей. Потому что, ну, все равно, ребята, здесь осталось всего лишь два поединка нам сделать. Два поединка — это вообще ни о чем. Тут у нас Тимати еще затесался. Тлич. Так, тихо. Минус Майки. Сразу же он упал. Армагон красавчик. Вот не могу, ребята, на него налюбоваться. Он все-таки мастерски все делает. Так, ну что же, двигаемся тогда дальше и смотрим, на какую ступень мы перемещаемся. Я думаю, где-то будет 8-9. Вот так. 7 даже. Ну что же, это еще лучше. И поэтому мы берем с тобой... Может быть, взять Пэта? Давай возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Фух, друзья мои, я взял всего лишь одного Армагона здесь. Не стал брать добивающего, потому что я думаю, что здесь мы справимся сами, своими силами. А если мы еще и повесим уклонение, они фиг попадут по нам. Давай проверять. Армагон бросает валун. Упс. Ребята, Эйприл выжила. Так, нам нужно ее ушатать. Все, минус хил. И смертельная волна от Бакстера Стокмана. По красоте, что я могу тебе сказать. Так, ну и что, друзья мои, мы получаем первое топовое место. Ну, получается, и серия у нас с тобой коротенькая, да, выходит. Нам больше пока здесь нечего делать. Мы зайдем с тобой в испытание. Выбираем с тобой вот это вот борцы с преступностью. И пытаемся, ребята, нафармить. Поехали. Ноутбук Дона. Ну зачем, а? Ё-моё, ну начинается издевательство. Вот, доктор Роквелл собственной персоной. $3 это фигня. Это тоже ерунда. Так, сколько еще? Две попытки. Ребят, ну это уже специально все делается. Слышь, вот это хорошо. Блин, да прикинь, а мы могли бы еще получить кожу голового. Пита, подожди-ка, а мы, может, сыр можем купить? 100 сыра. А, давай возьмем. Ребята, жажда просто у меня вот получить именно всех этих персонажей. Поехали. Не то. Да вы специально, что ли, я не могу понять, а? Да какие, нафиг мне ваши жетоны сейчас нужны, вот. Так, и остается получить Пита. Вот это я понимаю, ребята. Все, все здесь, что могли, мы получили с тобой. Так, давай тогда попробуем здесь еще вытянуть. Так, рискуем, поехали. Кружка, понятно. Карта Бибабима. 40 жетонов. Ну вот, началось. Друзья мои, кожа головы выпал. Я рад буду любому, кроме Макмана. 40 жетонов. Ну что, друзья мои, получили мы все-таки сегодня с тобой 4 ДНК на кожу голову. Я думаю, что это тоже неплохо. Ранг первый. Так, погоди секунду. А по списку, если глянуть, сколько у нас уже с тобой есть ДНК на коже голового? Ну-ка. Во-первых, надо найти его еще. Он у нас внизу, да? Где-то находится. Ох, ёк-макарёк, ребята. 10 ДНК. Услыша 7. Ну, то есть, сделай выводы. Сколько нам еще придется копить? У Пита 61. Это уже радует. Пит скоро, наверное, друзья мои, перейдет в золотой ранг. Скорее всего. Так, мутаген мне не нужен, хотя как нужен, но... Сколько мы тут получим? Да мало. Мало мы получим, поэтому давай мы, наверное, с тобой
12300 мутагена прокачаем Макман. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, друзья мои, 45 уровень получает у нас Макман. Кто-то писал, чтобы я его начал прокачивать. Ты посмотри, как он ужасно выглядит. Почему, друзья мои, у него дырка в груди? Объясните ко мне. Я офигею. Ты посмотри, как он выглядит. Ужасно. Просто дыра. У него тут кишки порваны. Вот тут трахея торчит. Фу. Там какое-то гнилое яблоко, что ли, лежит у него. Точно, ребят, смотрите, какое-то яблоко. А что он делает, если мы так вот? Офигеть. Он из себя достает какую-то слизь, гной, наверное. Фу, и мерзко. Да, я не завидую, конечно. Посмотри, кости торчат. Тут бутылка какая-то. Тут мешки с мусором прилипли к нему. И вы хотите сказать, что это был человек? И он таким стал из-за того, что на него пролился мутаген. У него даже в голове, по-моему, там бутылка застряла какая-то. Да. А почему же он тогда управляет мусором? Хотя, если он какой-то мусорный, естественно, ему только мусором и управлять. Да, друзья мои? Ну что, по-моему, все. На сегодня больше мы ничего сделать с тобой не сможем. В испытание смятение с другого измерения. Ну, давай пройдем с тобой до Шреддера. Уговорили. До Шреддера дойдем. Фиг с ним. Хоть чем-то, как говорится, займемся. Поехали. Так, у нас тут... Ага, одна волна. Начну-ка я, пожалуй, с Майки. Рубани его. Есть. Так, теперь нам нужен Леонардо. Нет, Шреддер, ты его не добьешь. Упс, а так если? Понизили еще атаку. Добиваем Рафаэля. И добиваем Донателло. Прекрасно. Ну что ж, тогда двигаемся с тобой до Шреддера. Ребят, мы доходим сегодня, а уже в следующих сериях попробуем пройти полностью. Так, сколько у нас тут еще? Два задания, да, получается? Раз, два, три, четыре, пять. Мы бы, конечно, могли с тобой прокачивать персонажей, которые у нас в платиновом ранге, но вы захотели, чтобы я прокачивал маленьких, да, своих персонажей. Так сказать, уравнять шансы. Мутагена, конечно, уходит туда много. Ну, а если его туда не тратить, то куда тогда его вообще можно потратить, согласись? Так, ну-ка, стрелозад упал. Так, здесь командочка у нас стоит, ждет. Приготовилась, да? Давай-ка я вот так сделаю. Хм. А что, если я включу месть? Сразу убили, да, получается? Теперь, наверное, вот так сделаем. Нифига себе ты Супер Шреддер даешь. Уничтожил просто сразу же. Минус Крис и... Ну, это сосунки. С удара вынесли. Так, ну что, ребята, последний поединок у нас получается, да? Последний поединок, и там уже нас будет поджидать Шреддер на шестом канале. Так что давай, не посрамим. Так, Ванька, Ванька-стиранка. Сейчас мы с ним разберемся. А, он провокацию взял. Не получится пока, друзья. А, это не провокация, это месть. Чё это я так пужанулся-то вдруг? Ах ты жук ты навозный. Защита от смерти была у него. Вот что. Апперкот тогда по тебе плачет. Так, что ты... Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. На тебе. И добиваем. Чё-то мы как-то долго, да? На первой волне зависли.
Ну, а здесь, ребята, по возможности будем использовать свои суперудары. Вот, например, первый от супершредера. Так, кто у нас тут? Они все под постепенным уроном, поэтому любого можно здесь бомбить. Так, змея-карай. Пока. Ну что, победа. Ну и вроде бы я на сегодня сделал все, что мог. Все задания выполнил. Ладно, хорошо, давай завалим. Завалим этого шредера. Стальномордный идиот. Ты слышал, как Крэнк его назвал? Стальномордный идиот. Окей. Так, ну здесь вертушку сделать, наверное, лучше всего, да? С постепенным уроном, надеюсь. Да. Пока, Ванюша. Ванька защищал Шредера. Интересно. Ну что, выходи давай. Шредер, мы готовы. Вот он, явился, не запрылся. Ну что, для начала валунчик. В пачку ему, да? Вот так вот. И... давай так, наверное, сделаем. Хм. А добивку? Он иммунитет себе повесил. Зачем, ума не приложу. Вот как-то так, друзья мои. Все, была серия такая проходящая, я ее называю обычно, да, когда ничего особенного здесь не происходит, но мы доделаем свои дела. Поэтому можно спокойно закругляться. У нас остается, ребят, вот этот вот круг, круг почета. И в конце будет ждать Крэнк. Как-то так, друзья мои. Ну что же, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Мы жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приема соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер Сплинтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.